Участники заслуженного коллектива Российской Федерации «Соловушка» присоединились к акции «За мир». Ребята исполнили известную многим песню военных лет о героях былых времен. Эту песню музыканты спели в знаковом месте для нашего региона на площади 30-летия Победы. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Мы хотим поддержать наших ребят песней от героев былых времен, потому что мы знаем то, что для них очень трудно, мы понимаем то, что им сложно, и мы всегда про них помним и поддерживаем, и стараемся так вот петь и принимать участие в акциях. Выразили поддержку решения проведения спецоперации на Украине в этот день участники хора студентов и преподавателей УГУ. В их исполнении прозвучала песня «Офицера». Я считаю, что «Офицеры» — это очень сильная достаточно песня, духовная. И это песня, которая как-никак актуальна сейчас в данное время. И запись песни — это, пожалуй, единственное, чем мы можем сейчас поддержать наших солдат в их непростом деле. А решил принять участие, потому что я считаю это своим гражданским долгом поддержать, в том числе наших солдат, нашу армию в такое непростое время. Я думаю, наша поддержка будет крайне кстати. Мы, как артисты, можем поддержать их песни, поднять их боевой дух. Акция «За мир» – это возможность сплотиться, выразить солидарность и еще раз поддержать российскую армию. Алина Тихонова, Герман Баранов, Ул Правда ТВ.